Верн уже... Нет, думаю, это 4. Один кусок всего лишь. А Верн уже в 4Т4. Он уже во фросте. Знаете, парни, вам квест. Принимайте. Вы там еще не почистили, что ли, или что? Да чистят, чистят. Почти до босса дошли. Отписал, не поеду. Машины, блядь, не все забрали. Ладно, сейчас. Да, сейчас пождем. Ну, там мне оставили. Сейчас заберу. Егор, садись со мной в разрушитель. Завтра волшебник пойдет 2Т4 забирать. Бля, я тоже хочу 2Т4. Первый, второй статик, там как? Прям, ну, можно заходить, если кто-то не пришел, то возьмете, да? Да, там залетай с двух новых, Женек. Тебя мы вообще как, типа, берем всех, кто есть вообще онлайн, и собираем. Я вот субботу-воскресенье буду дома, а потом, короче, у меня, ну, неделя уже нормальная, а потом я в отпуск, короче, ветеранский на две недели. Все нахуй, на пул не просите, я на мораль кидаю. Полмесяца, я на 2 месяца вообще. Я думаю, Андрюха одобрит. У тебя яки кондила? Да, я не против, можешь еще на рогу кидать, если что. Не. Его жаришь как кондёра. Бай, а что, топ ДПС получается? Все кондёры, нахуй, это я у всех убивал. Бля, и со вторым статиком, я знаю, что ты кондёр. Хау нам. Вы умрете. Принстил, он нечаянно, терьяки, малага. О, что за это нахуй? Питомец, о, демон, локос, питом, ебать. А чё, вы с Бога раньше начали или чё? Чё, где с демон луком питом? Что это? Ну, поэту, демона. Мы модельки ж поменяли, сделали. Мы же сделали HD модель. Да? А я ж, блядь, не заходил, ебать. А где лок? Покажите лок. У ДК тоже должны были сделать зомбака. ДК тоже, да? Кого лок? Давайте. Квазивер, ну покажи пита, блядь. Ну-ка, Квазивер, давай. Где ты? Ну, бурдулак почти не отличает. А, с щитом, правильно? Да. Да, с мечом, с щитом. Ну, бомжу хотя бы немного мяса добавили. Давайте суммоньте с этой. Да всех уже засуммонили, блядь. Не принимают, блядь, нихуя. А, нихуя себе пьет. Космополит, ирландец, столовка. Что там не получается? Чё, блядь, я в инсте, чё не получается? Лидера дал. Сейчас я сделаю вот так вот. Блядь. Ирландец где-то есть. Меня никто не суммонил, я сам прибежал. Бля, всем это очень интересно, блядь. Блядь, вот мы сидим без дискорда, блядь, и у тебя не работает клавиатура. Ты не можешь нахуй этого написать, да, блядь? Суммоните меня нахуй, пожалуйста, блядь. А потом надо говорить, меня не суммонили, я сам прилетел, блядь. И чё? Ну вот, блядь, ну... Ну и ничего, хуй через плечо, блядь. У вас, блядь, 2 человека нахуй не засуммонены, ты тут что-то мне высказываешь. Ладно, давайте, блядь, поменьше хитрый, пожалуйста. Ирландца, значит, нету он, а пока... Давайте. Садись по пачку. Дай 50 ЕП за приход. Блять, я думал ты дашь, ну ладно. Да давай я дам, какие проблемы? Я уже дал. Егор, садись со мной в первую, сажусь. Давайте, садись по тачку. Так а ты это что, сейчас СУФ собирает в ланир? Да. Ну нормально. У нас стабильного второго хила нету, поэтому, ну, Вася с нами давно играет, пускай собирает он. Это куда мне садиться? Давайте. Так, давайте, я с Егором, Антон, садись, к Антону, садись в мораль. Я с Саугой.
Хорошо, Сауга. Ха, у тебя кто-то есть? У меня, да, я с лошадью просто сижу. Хорошо. Ладно, тут мотоцикл свободный, я забыл. Абу-Даби, ты с кем? С Ивашкой. Ко мне сел Иршан зачем-то. Ты умеешь тягать, Ивашка, все нормально? Да, да, да. Все, хлопцы, рулите, а то я не могу кричать. Так, значит, только Иршан, да, сидит? Это четыре остальные машины закидывают. Наберете, закинем. Стрелок в пушку в осадке. Вот, кручусь, стою. А, забей, у тебя этот, один человека нету. Пересядьте, кто там на мотоцикле катается, пересядьте в осадку. Или, да, в осадку, которую он крутит. Где? Все, уже сел космополит. Все, сели, заебись, давайте. Нечаянно, что не говорит, что это такое. Кроме Аршана, всех закидываю, то полетели. Давайте, осадки не будем. Блять, ты сразу сел ко мне, ну зачем так делать? Оу, я же сказал, когда я 10 таков наберу. А что, не порезали босса, да? Да? Да. Давно? Да, давно. Так у него 250 было вот там буквально месяц назад. Давно уже, ну как раз месяц назад. Давай, кто-то как и я играем, да? Ну, давай, слази на нитробутсах, блять, идите ко мне, у меня что, закидываемся, нет? Закидывайте, я, блять, сейчас поеду. Заряжай, Егор. Давай, тяни сразу, тяни, тяни, тяни. Не тяни. Ладно, проебал. Каст, 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 орёлю. Не замораживайте. Двух нет, как нет. Ну разбивайте, что есть. Если дотягивает. 13% может кинуть. Кто один не закинул? Я его разокинул. Я одного не... Ну, мою пушку уже сломал, типа, он вернулся. Егор, ты что, перелетел? Вы сломаете там пушки? Абу-Даби, поехали. Сломайте пушку одну. Ну, закиньте, кто, блядь... Ауга, сядь еще раз пушку. Давай, все. Закину. Ломай быстрее. Сломаю. Почти. Сок, сломаю. Егор, я слева. Точнее, справа. Ёп! Ничего страшного, да, я... Да-да-да, это моя, давай. Тяни, тяни. Присяду. Вы кому-то присяду. Давай, блядь, нормально. Садись. О, давай, Ауга. Добежишь? Нет. Ну ладно. Страшно, добивайся. У меня 10 хуйни есть, я еще пересаду сюда. А что там за проблема? Кто не смог разбить-то, блядь? Ну кто-то не закинул. Давайте, добивайте. Неужели мы научились убивать этого уёбка? Хули там учиться, ебать. Научились потом... или научился? Да чья-то умел, чё. Так, там боешка есть, короче, скидывай всё, хау, пойдёмте на робота. Ебать, плечи выпали, я охуею. Штаны не упали, печаль беда. Печаль беда. Идите чистите трэш, нехуй тут стоять. Куда, мы на робота? Да, да, на робота. Нахуй там трэш чистить. Все похуй, пойдем. Почистим, сейчас лут вам быстро раскидаю. Обязательно надо, кому-то нет. Нет, я тогда хау тебе закиду. Тебе шинчант есть, правильно? Есть, есть. Давайте. Да, да, да. Так, БУЕ, это что, башка БУЕ, правильно? Да, башка, башка, да. Давайте, лево, право, там, чистим, пока делаем. Что, она без ЕП или что, как? Она идет в ГБ. Она в ГБ идет. Корни, там дадите его, это говно, блядь. Каст. Ну сука. Ты, блядь, ленивый что ли? Да ну это, блядь, в компакт бота нахуй.
Компоботу корни дайте. Это тоже хау. Играйте, Тим. Вы по кому там играете? Какой утилятор, нахуй? Утилятор, компобот, а этого утилятора только каз бейте. Все. А что, допустим, если Шам сегодня первый день, что он мимо, типа, бортуется по поводу шмота? Ну, если никому нахуй не надо, то что-то заберут. Тут многим, многим никому не надо. Ну, вот. ты же должен понимать, что как система работает ЕПГП. Да, да, я знаю, в курсе. Командбот в корне. Если никому нахуй не надо, ничего, ты жмешь мейнспик, тебе-то надо, то дадут, соответственно, тебе. А у него дом есть? У кого? У тебя. Лутмастер. ЕПГП. Лутмастер нет. Ну, я знаю, я вижу там. Ну, я не вижу, конечно, свой ЕПГП там, а. Ну а так вообще в курсе знаю эту тему. Корни обновите. Че, Кирюк, ты там разобрал робота? Не. Я разберу. Бля, ну понятно. Вот такую информацию надо было раньше выдавать, а не тогда, когда мы уже первый босс убили. У меня инжа не докачана. Я разберу, не страшно. Да, я могу разобрать пойти. Не, стой, я выгляжу. Блин, это, блядь, самая большая проблема. Не разобрали робота, пиздец, блядь. Ну, да, как бы. Жарим, у тебя МК есть? Ну, у него нет. Нет, тогда отдыхает. Короче, я даю на тебя, ты на волшебника, волшебник мне. Ставьте шкаф, Локи, сразу Дорофана суманем. Отойдите от шкафа, блять, хоть бы где-то в сторонке. Давайте. Тыкайте. Ставьте рыбу, бахайте. Да рыба стоит, ешьте просто. Сейчас я камни вам. Камни взяли, поели. Блядь, я не могу найти на панели нахуй ебаный гильдбан. А чё у вас же хантов ни одного нету, а чё у ханта моего не... А, у вас и шаманов хилов нету. Понял. Да. Тут столик стоит, привязан. Давайте все рейдим. А че, изменилось, нет, стоп? Да я ебу, что все потестим. Трюх, мораль. Я тут. Че не хватает? Мораль. Фласочку брал. Давайте, иди пулять. Я за припод смотрел. А его нету. А вы срез давали? Да. Да, был все. Давайте, пуляйте. Я почувствовал 6 приоров. Минус. Ой, а я там далеко улетел? У всех спал. Не, чай, не надо так далеко. Ты так отошел, это первое. Ты дальше долбишь. Сердце вывалил. Жали крипотки и дали бы. Геру. Не надо Геру. Чего? Потом оставим. На когда? Да мы сейчас разнесем это сердце ебаное. А, его не бомбота, полпок. Зари его. Играйте. Бля, я связку душ. Сука. В искру играем? Женек. Нажимай сакру лудами. Далеко уходит, Женек.
Искру. Искру, да? White Horse вышел быстрее. Тучки там. А, так ты проебал уже. Вот. Ходи ближе. Вы скоро, да? Ивашка. Прошел дуть его там. Больно сейчас будет. Может, Геру все-таки? Сейчас под раскат отдадим. Нажимай Геру. Ивашка, ты у нас один шаман, слышишь? А. Все, тебя буду в курсе. Ирландец. Далеко отходишь, ты можешь бить. У него раньше очень большой. Скоро играю. Квазивера не проебить. И как заебало багаться бомба, блядь. Клоус. Что такое? Да не отображается. Ауга. Надо в Телмивен забивать. Нажимай Борсак. Играем в... Я, блядь, по три раза жму бомбу, думаю, что она не висит, блядь. Ебать, тотем выбыл, выпал, самое топовое, что тут есть. Ну, шейх его. Тотем нужен кому-то, нет? На локах, нахуй, не свищи здесь. Кольцо, хаст, меткость, сила. Да шулька, как раз тебе, походу, с этим, да? А что шея нужна, пацаны, да, за шею сейчас драка будет. Мала? Не драка, а... Искры, ебать вы, конечно, это дьявола, нахуй. Шея нашла. У троих есть, а у Ордру нашего нет. Давайте, пошлите. Давайте ремонтников играем. Как сбиваем, топо там, гриппом. Диспелем вот это... Сейчас второго беру. Что, шея нужна кому-то, нет? Да, шаману. И Вашка. Страшно запал поле. Даша, ты что, не ровишь шею, Даша? Винмун по мейнспеку забирать шею. Так, да, что да. Так я одного забанил. Этого уёбка разобрали? Хорошо. Разобрали? Да. Я так, вот не могу понять, можно в рейд-группу, если что-то ролить, ну, хотя бы нахера. Ну, если человек, у человека есть ЕП, и ему ну, это нужно. Что ты хочешь ролить? Мы ролим по... Нет, ты спросил просто, кому надо, я ответил. Ну, я же смотрю, что она не нажала пока нихуя, потом нажала. А, ну, по голосу, как Влад, как будто через 20 лет. Ну, нет. Пускай скачает сейчас прям на трэше. Какие проблемы? Там дело в 2 минуты. В Дискорд скиньте, откуда, что там скачать? В Дискорд зайди и открой канал аддоны, и все тебе будет счастье. Вот этого маба. Ян. А запы по ЕП? Нет. Стрэш вот эти, которые. Да не, нахуй не. А кто-нибудь их вообще нидил?
Там на ремонтника метки ебани. А чё такое? Так, давайте, я забанил элементаля, бейте ремонтников. Кому нужны запы, рульте? Так, одного запиздили, то вон второй гуляет. Метку поставил, бейте. Хилер, хилит? Дима нет. Хилит нахуй. Там тебе не помочь. Блять. Пидорас. Ебать, ебей нет нахуй. Жопы у вас большие, походу. Но пули сразу весь трэш надо допулять. Что с ним будем делать? Или через два таунта? Че? Через два таунта будем? Или там, через... Там мораль один забирает первый, а второй пох. Второй пусть там на танк ложится. Пресните, пожалуйста. А ну похуй, давай так. К кому за запами? Так я забанил одного. Бать, вам, блядь, там шмот падает, нахуй, падает с этого трэша. Что, там еще что-то упало? Да. Иди рут подбирай. Штаны кольчужные, вроде. Как называется этот, как его? Бля, парни, не разбахивайте, я сам смекал. ЕПГП. ЕПГП утмастер. Надо кому-то штаны. Шаман по-любому. Шаману дай. С метки с, там пет. Там не меткость, там хаст МП5. Я пока не могу это выпить. У нас только в роге тоги 2-4, да? Хорошо. Да, кажется. Бахните, да как? Нас никто не падал, давайте подбегайте, собрали. На трэше падали. Сейчас там шаман разобьется. Поставьте рыбу. Дайте рыбу. Зачем у нас лок в 8-й пати висит? Ну, типа заменят. Он тебе мешает? Угу. Отключи 8-й пати. Там у меня эксперл стоит, там этот... На БГ это иногда нужная штука, потом включать не хочу. У меня, кстати, тоже эксперл, но типа, ну, блядь... Ну, сидит и сидит. Не понял, мне что, в танке? В одинокого. А тебе нет. Нет, короче. Егор и столовка тэпнули. Ну, тэпнули. Ты первый забираешь баф. А, окей. Давай, Хау, кто у нас на ранже? А, там Никита пишет, если не нужен, я скоро пойду. Да, нет. А где-то был, когда мы рейд собирали? Его нет, ну-ка менять. Я понимал, как это похоже идиота. Я пытался кинуть каст синтакт. Можешь вообще его не пить. Саша, микрофон. Я, конечно, понимаю, аренки это прикольно. Синтакт там кикаешь. Все, Шаман, ты разобрался? Что за йода у нас в Дискорде? Пусть знает, йода мастер. Все, давайте башим дальше. Я там вроде скачал его. Давайте. Все готовы. Ну, знаешь, это кто на рынке? А, обновить. Саня. Так, я ж по тебе, да, МК даю? Да. Людей назначай, кто выходит. Ты что, ебу, что ли? Кто там... Ну, кто у вас обычно выходил? Маги и хилы какие-то? Маги, локи, все, в общем. 4 хила выходят на рейндж. 2 друида, я и шаман. Потом квазивер, который. А, вот квазивер 5. Давай жарим 6. А давай 4 лука и все, чтобы не путаться. Или 4 мага, блять. 4 лука, 4 мага, все, 8 да. Человек. Нет. Хилы все равно будут на рейндже стать, чтобы доставать по всей комнате. Ну и хило, все, все. 4 мага и 4 хила, все. Вот эти люди выходят. Просто выходите и становитесь нахуй на рейндже 6 от босса. А все остальные стоят в метке и домашние. Давайте, дай РЧ. Я прослушал, так 4 лука или 4 мага? Или 4 лука? 4 мага, 4 мага выходят. Локи пусть дамажат все. Локи у нас дамажущие. Так, давайте добавим пункту там. Чё это я резко нахуй сменился? Реальти давайте, я хилить буду.
ТО. Знаете. Просто назначить людей. Сложно, что ли? Не, ну как все замолчали, ебать, я начал говорить. Все, я дальше молчу, давайте. Да, женек заберу, женек. Мораль заберешь, один старт, во-первых. Руну отводи. Все, вставайте, руну домашнюю. Ебать, он, блядь, светит, нахуй. На 20% ход что нить. Да, много ебанутое количество, он не спит. Бывает. Каст, 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 не спать. Стан ему дали. Руна, 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 отводи. Так, выходим на рейндж. Я вам звездочку поставил, рядом с ним рейндж ехать. 6. Набираем рейндж. От руны отходим. Руны отходим. Сакру сейчас дашь ходом мест. Выбежит. Хилит. Саша, подвинься, блядь, а меня хилы, видать, не достают. Так, набираем рейндж. Сейчас Телдриан сдашь Сакру, когда будет руна. Сейчас руна будет отходить. Отходите от руны. Добивать не будет лучше. Добивать, добивать. Давай, Сакру. Вот все, выбежи. Ты забрал мора? А, нет, подожди. Я скажу, когда мора. Сейчас. Забирай. Что, Гера? Гера, Гера. Сразу сальву, сальву дайте. Сальву по морали дайте. Как пропадет руна, выбегаем от ДД на рейндж. Все. Все, встали там, просто сталис. Все, похуй, давайте. Сывы там сдавайте в танк, как бы. Миша, откатилась массакра, Миша? Все есть, давай. Забери босса быстрее, Егор сейчас там сдох. Забери. Убегайте от него, убегайте от него. Так. Что там выпало? Ну, решните. Жал выпал. Так, кинжал. Саня, не потеряй меня, я отойду 2 минуты. О, осколочек. Так, осколок кому? Васе закидывать? Да, да. У вас один какой-то конкретный человек, да, осколки забирает, правильно я понимаю? Да. Да, правильно. Маш, им подряд давать или как? Мы тогда к 30-му году соберем всем, блядь, волонеры. Шаман выйдет, перезайдет это, заодно попробует включить. Давай. Там два должно быть. ЕПГП, который вот, смотреть твой приоритет, а второй ЕПГ-пилот-мастер, чтобы у тебя отображалось, вот эти роллы все отображались. Так, я так понимаю, эти плащи нахуй никому не нужны, да? Че, пойдемте, Маша Галана пизданем. Го. Пойдем, говорит, нормально. Пацаны, шаман на Галане ни разу не был, да, сейчас. Сейчас объясним, сейчас. Блядь, ну, не Галана. Параша абсорб не особо показывает, но... Перчатка нужна кому-то-то, нет? А вот этот диск с босса, это плащ, короче, Алгалона убить надо, да? Или что там?
Ну да, типа того. А вот плащ неплохой. Так не плащ, это там итем с Алгалона падать, чтобы взять. Кому нужен диск Рольте? Кто еще не был на Алгалоне? А вот этот диск это... Плащ этот выйдет или что, что-то я забыл. Блять, Ильяки нахуй. Белая лошадь, ты была на Алгалоне? А я вот аддон скачал, его чисто в аддон скину в папку, да, и все. Да. Заебись, уже параллельно тут. Но принцип работы, да, ты шаришь. Отбегать и забегать, когда надо. Так, а уходи ты, я сам вижу. То же самое. Только за место одного, нахуй, этого, блядь, одного кара небесного будет три. Вся разница. Ножик нужен кому-то? Жарим, ты был на Алгалоне? Да, да, был. Все отлично. Значит, только шамана, да, объяснить? Да, ну я когда-то пиздец там давно был, но это было так давно. Ну, значит, это неправда. Да, это было давно и неправда. Да, да, мои Егора укушали. Можно этот штраф, пожалуйста, за кому-нибудь? Отбафайтесь, пока я лекарство выпью тут. А чё, это как вы объясните, как здесь и пока я вот его подключил? Ну, подключил, всё, и забудь нахуй нём. А, спасибо, ладно. Дай ему самотохнуть. Ну, в смысле, в модификациях, чтоб старейшая галочка поставить, пусть и всё. Ну я вот вышел из персонажа, там он всё поставил, аддон. Туда. Ну всё, когда будем лут ролить, ты увидишь, что... Всплывает окно и нажимаешь там пас или мейнспек или еще что-то. Думал, ты ледяного змея. А у тебя, ну, сам ты можешь, Антох, кинуть, типа, тест? Да, да, да. Давайте быстрее. Сейчас. Вот у тебя шаман что, появилось? У меня по-английски здесь все появилось. А какая нахуй разница по-английски, ну или по-английски? Майн спек. Да. А, все понял. Майн это типа вот, который у меня... Это офф, твой, как, все, который все основной. Появилось, да, все, вот офф, это просто проверочная или эта шмотка выпала? Проверочная. Выпала, ебать. Это проверочная, это, блядь, скоража вообще шмотка. Выпала, рольте. Сейчас не отдаст сдох, забаним его нахуй, ебать, скринбан. Что такое, моя? А потом сама исчезнет через 25 секунд, да? Ты лучше закрой нахуй окно и все. Пас, нажми и все. Фласки, это Егор, вон, Ладомиру давай, шаману давай, а не шаману. Ну шамана пусть тоже пьет, ну и два друида. Будет чего-то, сам 4 хила, а я подожду ему бегу. Шаману бы на ману фласку, а то он здесь сохнет, пиздец прям. Ну проси, Инор, у нас, блядь, куча друидов. Мишаня, ты будешь там тринку на хп девать или не на... Друид какой-нибудь прямо на Ивашкин Шама, это какого таргет возьмите, чтобы когда орать буду, дали мне номер. Да чё орать, вон, блядь, сколько друидов. Назначьте парочку на него и всё. Назначайте сразу людей по СС-ам, там, по всей хуйне. Ну, мы будем сразу, блядь, делать, ну, типа, ебашить или попробовать? Так а что ждать? Убиваем, блядь, какой нахуй, да? Рейд сумасшедший, блядь, хули тут, блядь, вату катать. Если там пару а человек не отсекает, что происходит, это нихуя страшного. Нечаянно я и я. Егорыч. Ой, не Егорыч, а Кирюха. Абсолютно так же бьем. Кирюха ставит метки. Да, Егорыч. Егорыч на танке. Смотри, Шаман. Босс, набираешь ренжу от него. Будет оставаться хуета, называется кара небесная. У тебя под ногами будут появляться такие, типа, бля, красненькие огоньки, ебать. От них надо убежать, набрать ренжу от них. Красная войд-зона будет появляться, да. Как в Наксе на ласте, только маленькая. А, все, понял, догнал. Это первое, что нужно, типа, да. Смотри под ноги, не только вот киллу по ноги свое. И когда будет оставаться суровый, короче, будут сферы летать, звезды. Они когда умирают, бля, под ними появляется такая лужа черная. В эту лужу, когда будет каст, босс будет кастовать, мы все заносим, суровый. За 3 секунды до конца каста тебе надо зайти в лужу и выбежать из нее. То есть ты зашел, тебя перекинуло в другой мир,
и ты сразу же из нее выбегаешь с того места, ну, где она не была. То есть... Короче, зашел в черную хуйню, и с того места, где зашел, надо отбежать в любую сторону метров 15-20. На всякий всё. Случай. Так, камни я вам поставил, тыкайте. Только за 3 секунды до конца коста. То есть ты стоишь, ждешь, Райт стоит, ждет, и все, он начал докастовывать, мы все забежали дружника, он кастанул, и мы все выбежали дружника. А без команды БР, СС, Крест, нихуя никто не делает. Так, это... Вы дадите хилам на ХП класс? Йор должен назвать. Смотрите... На ХП, да, нужно фласт? Да, на ХП. Смотрите, назначая локов, задаете СС после второй фазы. Не, после первого. На Квилмун уже кто-то повесил. Блять, после, да, после первого сурового, точнее. После первого сурового, давайте. Давайте, Гвоздивер. А кто повесил на Квилмун? Там три. Я перед собранием еще повесил, там 2 минуты КД. Да, нормально. Ну, заново тогда назначу, заново. Гвоздивер, короче, дает по Квилмуну. Давай, Догич, ты по Суфичу зовешь. Да. Малах по Ладомиру, Тирьяки по Пуку Дракона сдавай. У вас еще Геров КД. Ну, изнеможение на 2 минуты. Мы сидим еще почилим. Так что чилите на расслабоне. Так, все скомки. Ой, я тогда сбегать успею. Квест. Давайте, тоже все тактику, все в голове обновите. Давайте поставлю, кстати, метку на Саньке. Ориентируйтесь, когда суровый, и в какую лужу заходить. Заранее проносит, ориентируйтесь по крестику. Где крестик, он вам заносит, типа, заходим в эту лужу, танки эту лужу не закроют. Значит, эта лужа 100% будет открыта. В нее сразу все уже перед кастом суровым уже заранее подходим к крестику, возле него тусим, вот, и по окончанию каста заходим. Пробежали, все в голове тактику обновили, как-то что били, уже все убивали, кроме шамана. Я думаю, ничего здесь страшного не будет. Пауза, потому что изнеможение от Геры. Особенно, блядь, делаю акцент на миликов, а особенно, блядь, на Женька. Блядь, не дай бог ты будешь летать здесь, нахуй, космонавт. Женек, летаю только смотри, под зелёнкой. Смотри под ноги, ёбаный в рот. Зелёнка жми. Миликов в куче, какой зелёнка, блядь? Зелёнка не зыбкая. Его спасет, но, ну, типа, дэмэджа не будет, так да, если прохиля внизу. Но он подлетит. Я ему, блядь, просто перышко дам, чтобы он нахуй отсюда вылетел, блядь, с этого, с этой комнаты. Нормально в космос чисто, блядь. Гера закончилась. Давайте, подходите. В принципе, миликов дохуище, и, типа, можно сказать, что кара будет всегда. Секунду, квест беру. Просто стойте все, блядь, под одной ногой, милики, и когда кара, перебегайте под другую. Поставьте шкаф. Да все, уже есть, умон, лечу. А что-то там поставить, ничего страшного не будет. Сейчас я там поставлю. В центре ставь. Там огня пламени нету. Этот, все милики стойте одним кемпом, когда видите кару, соответственно, перебегайте, чтобы не было этой беготни, блядь, туда-сюда. Да. Да, столовка. Метки буду ставить я на этот, я как буду поставлю метку, буду говорить поставлю. Понимаешь, столовка, щит от падения не поможет. Давайте, даю РЧ на пол. Сейчас никакие препоты не жмете, потому что пол будет долгий. Дошули. Поты нажмем тогда, когда будет Гера. Давай. Все бурстанули жестко. Умоляйте. Давай. Ёбайте по нему по голове. Палка ебачистыми, на. Все, давайте, я молчу, все анонсите. Я буду только говорить, что поставил. Метку на порт. Кирюх, ты ори только. Метка крестик. Ты про это? Крест. Ориентируйся по крестику. Где крестик, там будем заходить все. Все, давайте. Гера. Припоты нажали, там вы съели все нахуй. Домашний. Так, сейчас появляются эти. Давай, полетели. Не лопайте. Пускай кара ебанет, потом разобьем ее. Лопнули. Убиваю. Кландит. Как? Бьем. Они пока не появятся. Разбиваю. Бей.
Егор, настало твое время. Кара, не лопаем искру пока. Нажимай сокру, Егор. Да. Звезды взорвали. Да. Прохил, прохил, прохил. Так, давай, дашь бейр, супер. Стопните, стопните. Прохилите. Дайте пахать. Разбиваем. Пошли. Крестик, где стоит, можно будет зайти. Сейчас появляется новый, нужно зергануть. Закройте в центре, идите на край, с краю лужи. Чего вы не закрываете эти? Срок. Хорошо, готовимся, заходите. Зашли. Блять, не заводи! А нахуй, вы что, ебнутые, блять, что пали? Не сесса, не раздавайте, надеюсь, не сдали. Нет. Тупо в лужу умер. Падать. Не знаю. Смерти, ирландец. Падение. Две секунды в лужу. Это сосали. Кара. Это фу. Кара, блядь. Это Кара, понятно, блядь. Парень, зашли все в лужу, блядь. Ну, фуфа просто не прохилили. Зайдите в лужу, не теряйте. Как не пустило? Значит, закрыли лужу, блядь. Так сказал же, танки делайте, тоже прилетят на метки, блядь. Где метка, там не закрывайте лужу. Не может быть. Кстати, нормально, лужа там была. Как ее закрыли? Суфу просто, блядь, застрелили чердейские обстрелы. Три обстрела просто въебали. Где реакция у танков, тоже вопрос. Ну, типа, вы стреляли, типа, а что вы не забрали, не завели так долго, очень долго заводили. Это первый раз, Лиза. Танки, давайте, просыпайтесь а тоже. Ебать, это, блядь, не игра, это просто пошли не надо. А у вас только одну патину собирается в 25-ку в неделю раз. Да. Да. Мы ДВ гильдии, ебать. Нам, блядь, одно собрать сложно. Что ты долго так заводил? Что ты так долго заводил? Или ты босса стоял бил? Не, они это съебываются, короче, нахуй. Ну, одну шарги, я закрыл, короче, вторую, когда закрыл, там, блядь, люди в нее какого-то хуя побежали, хотя там в центре была, нахуй. Ну, они вообще спустились, когда мы третью разбили. Типа, ты их должен сразу заводить, а не когда. Я сразу водил, ну. Там все было нормально, просто эта хуйня. Держал агро на каком-то человеке. И да, он да, это да. Не увидел, и он просто первый туда залетает почти и закрывает. То есть, если на вас агро это хуни, вы вообще последний должны зайти. С этой хуйней разбирается только свободный танк один, да? А чё, пожалуйста? Там кто угодно, у вас 4 ДКшки, любой ДДДК может выйти, просто дать грипп, типа за лужу встать и дать грипп, и все. Да, только вопрос в том, должен ли... И скажете ли вы ему это делать? Или будем хуй забивать? Ну я побалую. Ну я бы на месте это... Я бы заставил кого-то помогать, потому что, блять, одного три со звезды ты никак не заведешь. Учитывая, что они агру скидывают каждые 3 секунды. Так, все прилетели? Все прилетели, бал. Если кого-то бэрят, я хочу сразу на этом человеке увидеть все бафы. Приста... Каски, крики, да, все. Егор, все заводится. Койно. Вот. Я надеюсь, эсэса не сдавали. Тогда блоки ориентируйтесь по траву. Если на суровом все выживают, эсэса можете сдавать. В принципе. Если хуёвый суровый, не сдавайте, ничего не кастуйте. Так, давайте, залетели. Сейчас уже можно будет припоты пить и все остальное. Единственное, что у него еще гера не откатилась, подождите. Прям 10 секунд. Просто дай добавим пол 10. Все, 5 секунд осталось до гера. Давай, он пока запустит гера, конечно. Взгляните на мир моими глазами. Блять, не летает, ирландец. Да, женек не будет все. Давайте, да. Герон! Если вы... Спула, Геру, без вопросов. Геру. Если вы не видите ебаную хуйту, просто ДБМ вам оносится, Кара, сразу же убегайте, если вы не можете определить, блядь, под ногами у вас или нет. Так, сейчас искры появляются. Полетит. Что, успеем, да, Кара? Кара, прям милизона. Уйдите оттуда. Ай. Мань. Выводите босса, сейчас в мелизоне лопнет хуйня. Взрываем. Милики, аккуратнее, милики.
Взрываю. Кара. Нули зона. Егор, Егор, сокро. Кара, отошли. И Ивашку прохилить. Сейчас взрыв будет. Да нет. Блять, Миша отъехал. Взрываем. Как же меня тут? Он тебя играет, не худо, взрываешь. Хоть, блядь, смотри на хасбары, блядь. А без Миши вообще не прохилено. Поднимите. Су, БР удар нет. Кара. Сейчас нужно лопнуть. Дали ребят по один сразу. Ну что ли? Че Егора поранили? А, ну, получается, не прохил. Одна лужа у нас. Заходите, ну. Заходите, зашли. Да шо, блядь, у нас этот мейн-танк мертвый, блядь, два БР на КД. Все, упали, ебать. Даже в лужу затереть не можете. Ну. Смерть. Так, давайте что-то решать с лужами, блядь. Я не пойму нихуя, что не получается, блядь. Три штуки закрыто. Вроде миликов у нас не дохуя. Не, мы это за звезды полопали, все с этим в порядке. Я просто не пойму нихуя, почему не закрываются они. Они просто стоят в центре, блядь. Короче, это, блядь. Я же вам перед полом сказал, вы... Думаете, это реально в одного человека офтанка? Да реально это все. Да реально это все, ну блядь, ну я же закрывал, когда танчил. Бля, ну прошлый раз же убили в среду, ебать. Когда все, блядь, закрывается. Владимир, ты подлетел, что ли? Сейчас закрыто были три лужи. Две закрыл я, одну закрыл там кто-то короче, другой. Короче, копейте там, Владимир. Что вы говорите, нахуй? Все закрывается в соло танка. Прохилом что-то я хз, мы не успеваем. Ну, Миша отъехал, и все, блядь, начали сыпаться. Вот кто танчит босса, чтобы упростить задачу, под каждый каст кары просто води босса. Потому что они не видят нихуя. Там пол рейда просто кара прям в боссе и стоит на месте, не двигается. Ты просто видишь, что кара бросается, и просто веди босса. Типа. Они будут бежать за тобой. Пусть тоже, Павлик, это... Давай вместо нечаянно. Да просто, бля, под каскара, просто разбегите все с милизоны, ибо если вы не можете поменять ногу, блядь, левую-правую. Не, лучше меня не ставь, я это... Сегодня перевязался, мне что-то на глаза, блядь, сильно повязку навязали. Нет. Давайте, рожайте нахуй уже, блядь. Проблема. Чем мы так первого долго бьем? Не знаю. Бай, побыстрее. Ну, хелпай. Авер, ты же хелпуешь им? В прошлый раз. Ну-ка, Авер. Авер, нет. Ни разу не под. Первую надо просто хелпануть. Первую хелпануть, да. Надо. Давайте, да, есть минута. Минута покурить, поссать, пока Гера откатится. Бафайтесь. Ну, Ширина в сети. Ну, а чё, как мне? Шамана? Чё, шаман? Чё, шаман? Ну, свичнуть на этого босса. Во-первых, он ничего не заберет, это во-первых. Во-вторых, у Фарины больше опыт. Ничего не падает. Дальше пойдет потом. А, типа, заменить меня хотите? Да, думаю, на этого босса. Ну, давай, потому что это пиздец, меня прямо охуеваю от этого сейчас. Ну, попроще будет, но он это, на стрим в Дискорде посмотри. Ну, вот это как вариант. А дальше пойдешь. Давай, делай. Я дал, поглядишь пока. Давай. Если бы он шарил, если бы он знал, что делать на уголовне. Не, ну, маловато хилит для шамана, ебать, его дружки. Ну, перейти. Вот сейчас сравним с Фариной. Ваш-то хил стопудово получше будет, я здесь первый раз сразу. Ну, ничего, потом еще похилишь. Сто раз будем убивать эту всю хуйню. Да, да. Мне главное, чтобы у этого босса меня чисто не упустили. Давайте. Бафайте Валеру. Бафайте Валеру, дайте ему фласку на КП. Это, нечаянно. Свичи сразу, как они появляются. Там 15 секунд, и они появляются. Не знаю, по какой-нибудь... Давайте, зашлись. По кнопке своей определяю. Вы дали ему фласку на хп? Да похуй. Да. 20 тысяч, маловато не хпшки. Валера, выпивай фласку.
вообще тут? А ну обновите крик на хп. И крик на хп, да, да, да. Все. Давайте арчи дай. Он не готов, он класс, кажется. Пула, дашь героя. Саша, жарим. Тут. Все, давай, запускайте. А, даже кстати, добавь. Смотрите, метка первая будет слева от входа. Соответственно, сразу ее лопаем. Ориентируйтесь по входу. Первый хлопаните, блядь. Давайте. Цель. Сейчас появятся. Торт. Появились. Я бы его там расшатали, блядь. Заебись, взорвали. Кара, перебежали, босса перевели чуть-чуть. Вторую лопнули. Взрываем. Отошел, друид, отошел. Под боссом следующего убивайте, уведи босс. Мы уже под стенкой бьем, а ладно. Помогите скриптил, нажимай сатро. Ту не печь, она сама умрет. Это стоп. Сама умрет. Сама умрет. Отошел, блять, Валера улетит. Вы, блять, конечно, хуярите, я рад за вас, но, блять, дайте прохилить. Я говорю, сама умрет, нахуй вы ее били, блять. Я ее не бил. Одна лужа осталась, не будем заходить. Сейчас появится, давай. Даш, поднимай лудомеры, Даш. Смотрите все, где лужа, в нее будем заходить, блять, уже давай, с края сюда подходить. Которая рядом, или как? Нет. Дали плодомер. Не успеем разбить. Нет, успеем. Разбиваем быстрее. Разбиваем и заходим. Нормально. Фроснового корни дали. Сакру бабу лудомер. Давайте, кстати. Лаги начались. Кстати, лаги, давайте. Сейчас. Пусть тебя сурово умирают. Отходи да туда, уже, мах, уйди. Тушу, ты там опасно, конечно, ну тушь. Прохильте, сколько? 60 тысяч, видишь? 60 тысяч. Вот это где. Разбиваем. Дакара. Берегитесь. Кара. Кара отошли. Миллизона. А нахуй, да. Прохиливайте. На Лизоне. Сейчас звезда умрет. Разбивайте. Разбиваем. Все, прохильте. Помоги с прохилом. Созвездие заберите. Космополит БР готовы. Кара. Разбиваем. Блять. Мораль прохильте. Там он забежал. Вот с того края две лужи сейчас КА скоро будет. Переходите на другую сторону. Там где две лужи у нас есть. Там еще сейчас одна лужа будет. Разбиваем. Сейчас будет КА после КАРы сразу. Отошли от КАРы. Камень, где камень? Суровый. Пел. Заебись. Все, какая босс игра? Ебать, валя нахуй. Все просто. А вы чё, пьяны или чё нахуй? Что, а в чём проблема? Тапки. А ИСС сдавали у нас кому? Ярги? А я на суфе весь... А, он зашёл, да? Дом. А, это второй суровый был. Точно, да, это второй суровый был. Я сдавал. Ну не, я думаю, они прохинут с ним. Я еще вот понять не могу. Я пошел, блядь, закрывать дырку. Какого хуя у меня из-под носа кто-то вытянул созвездие, когда она была уже возле дыры? Созвездие что-то сильно дохуя. Ну, потому что... Пиздец, нахуй. Да, не знаю, нахуй вы конечно, лупите из-под носа у меня созвездие, вопрос. Вы, конечно, лупите просто, нахуй, не щадя его. Вы хотя, блядь, смотрите за хпшками, стопайте, наносите стопы. Владимир... Блять, три раза сказал, не бейте, она сама умрет, ебать. Я имею в виду про четвертую X-скру. Я ее не видел. А чё было сейчас с Суровым? В чем проблема? Почему у нас полурейда просто умерло? Я не знаю. Не успели добежать. Это я уже... ебу, я вам, блядь, за 10 секунд говорю, да. Подойдите к ебаной луже. Вам всем похую.
А мне там стоит вот... Открываете, видите, нажимаете, блядь, свои царские тапочки, нахуй, добегаете. Это вот это, на ромбик, да? К ромбику подбежать, ты же возле дыры стоял. По ромбику ориентируйтесь, следите за ним. Можете, почему можете шипа... вообще пачкой бегать за ним, блядь. Я не понимаю, как шипешка, у меня тут сурово, вы же тучку, блядь, жмете. Да что-то пинг скаканул, блядь, стоп-кадр был, блядь. Ты, белая лошадь, ты как умирал сурового, тучка. А он так же, блядь, я хуй знает, на месте бегал, блядь. Шипа, походу, наш добросик. Гильдию, да? Да тупо нахуй. Ну тоже вот по видео. Они заебали под нас говно мутить, пидоры. Какая гильдия? Какая гильдия? Кто-то, ну, говно мутит. Кто говно мутит? Слава, ты там опять почем, нахуй? Да ебать. У меня пол лица, нахуй, завязали, сука. А, то есть там глаза еле щелочку сделали. Да, пиздец. Он под гвоздем, нахуй, ходит. Я говорю, что-то вдруг лагать начало, нахуй, на Гере, блядь. Бля, нам еще нахуй вайпаться, нам брать пожарники, а вот давайте убьем эту хуйню. Да пожарник в пизду, он 3000 раз, блядь, проще. Но. Там, блядь, вторую фазу пережить и все, нахуй, изи. Посмотрим, нахуй. Давайте, залетели убийцы, блядь. Два раза в сурово зайдите, нахуй, вы убьете этого босса. Так, у космополита такой на нету, да, БР у нас? Нечаянно сушу. А просто вот сейчас второй зашли бы и расковыряли, там 30%, блядь, у босса это самый манекен. Да я хуй мы расковыряли, вы две звезды забрали одновременно, ебать. Какие две одновременно? Вы не успели в лужу забежать. А, ебать. Ну я на тапках забежал, ничего, я не знаю, я не бил. На 40% я уже не бил просто звезды. Все, тихо, ебать. Нахуя пиздеть, да. Все, собрались, все поняли, что делать, сейчас развалим, нахуй. Жаришь. Блять, не первый раз убивали. Все, давай. Хуя поглощение, блять. Саш, нахуй ты на него щиток накинул? Кто-то поглощал. Гера. Появляется иск. Первую взорвем очень быстро уже. Я уже понял. Сорвали. Берегитесь. Кара, блядь, с под босса ушли. Мне вообще тебя не подлетел, нахуй. Взрываем. Мы взмели звезду. Мели его так. Вижу, я вижу. Локи. Помогите прохилить. Разбиваем. Расслабляйтесь. Подумайте, Рыль, подумайте. Сокру. Егор. Вот тут дальние. Так, суп, давай берем. А, пук, все, стоп, не стоп, не суп. Да без команды не БР, прошу, смоляю. Забафали сразу Мишу. Еще одну закройте, одну оставьте. На ТП. Сейчас появятся звезды, одну убьем, которая под боссом будет. Сама закрывается. На краю будет лужа. На край идите, на самый край. Одну закрыл. Одна лужа есть у нас, эти две закрылись. Идите, блять, идите уже на край сюда. Закрываем. Разбиваем. Готовимся. Зашли. Все, вышли. Сакр бабу. Отошли от кара. Разбиваем под боссом. Под боссом разбиваем. Отошли. Уводи босс. Да ехал. Так, вот этого 60 тысяч давай. Давайте быстрее сейчас. Прям разбиваем. Сейчас. Шаман тотема обнови. Сейчас кара будет. Под боссом уводи. Блядь, дайте подышать килам. Все, не взрывай, пока давай. Сама, сама умрет. Полетели, но... Давай. Все нормально. Я 2-3 коса дам и не буду в доступ. А есть его? После кары взорвете череп. Стоп. Эма, дайте. Прохил. Пытаемся. Взрывайте череп.
Давайте. Черепа будем сгруппировываться. Быстрее череп убить. Сейчас сурово будет, давайте. В черепе будем заходить, вот там, где лужа появилась. Сейчас будет кара, после кары будет каст. Берегитесь. Зашли за лужу, все, бьем еще. Сейчас зайдем. Зашли. Заходите. Там выйдем, почти сразу взрыв будет, я скажу. Нет, нормально все. Нет. Взорвите, взорвите одну быстро, быстро одну взорвите. Череп быстро взорвите. Город. Череп взрывайте, все, вообще не трогайте, фулл босса играет. Да? Босс, да? Все в босса играют, это сама взорвется, от кары отошли под босса. Там сейчас взорвется, отойдите от нее. О, это сейчас звезда лопнет, дайте массакру. Не надо. Да мы все фулл хп должны. Все, бейте босса. Поставь на центр его нормально. РВД к стенкам прижмитесь, либо тоже на центр. Все, бэш уже не кайфает, пусть побьет. Все, перефаза. Ой, все, чуть не вернул. Давай, давай, бомжей. Бомжей одновременно все не давайте, по очереди. А, стали нахуй в лужу просто оба. Нормально. Все, выжил. Я не вижу номера Берсил. Отошли от камеры. У нас все заебись, еще третьего сурового не было даже. Сейчас будет, надо будет зайти. Да и бомжи. Не успеем. Сейчас будет касса сурового, надо будет зайти всем. Я думаю, мы успеем. Процент можете добить и все. Давайте зайдем. А, 3, 2, зайдите, 2, зайдите. Заходите. Да, не успеем. Заходите, нахуй. Красиво. Чисто не успел кастануть, босс. А можно мне отсюда выйти, пожалуйста? Они убили, походу. О, ебать, ебать, оффхенд выпал. О, ебать, оффхенд выпал. Так, это... Это мой, да? Блять. Оффхенд просто космос. Бля, фаеру, нахуй. Ну-ка, так, пуха 39-я, крит МП. Кстати, если бы... Поехали. Если бы Миша бы не сдох и мораль бы не сдох, мы бы ачивку сделали. Так, всем, кто там умирал, ГП, нахуй, я не умирал. Там на первом пуле нужно не умереть ни одному. Тогда да. Так, шо пуха 39-я, никому не нужна? Да. Это говно, зажрались. Нечаянно, тебя на успех или шо? Да это параша чисто, блядь. Ну, чё-то я с ней бегаю. Сейчас, блядь, на маге опять всё поставлю. Так, я нечаянно этот, за пол ГП тогда отдаю. Сколько она там стоит, блядь? 400, короче, 201. Потом через 10 секунд суровый удар. Так, космос, нахуй, блядь. Космос. Найс название. Космос неплохо так звучит. Так, Валя, что, у нас первый по приору получается квазир на космос. Да, и боюсь, не ролится, что ли, нахуй. А у вас что, сброс был, да? Ну, этот... Срез, не сброс. Срез каждую неделю. Квазивер, держи. Упал, что ли, сейчас? Ну, блядь, у всех по 500 гп. Так, нет. Волонир. Так там новых много в гильдии людей. Кто за 30... за 39 фэнс? Супчик. К пояс. Колечко бисовое на хилаву. Пояс бисовый для эрдру. Может, мы вообще морали отдали? Какой пояс бисовый? Для Эрдрус ткань крит, блять, нахуй. Да я ошибся. В Т5, так, ой, этот пояс забирает волшебник. Че, лучше стало? Да я хуй знаю, я же не бил его, блять. Я же тогда созвездие бил. Код ключа альфа. Кому из нас тут нужен? А чё там падает, я не знаю. Ну, вообще, можно отдать... Например, морали, там, плащ хороший. А у него что там на РДД? Есть что-нибудь полезное? Нет, там на РДД параша. Не, Валерия, нет. Не часто. Линканите там какой плащ, если этот-то не надо. Там кольцо. Мы можем хау отдать. Там. Смотри, там этот плащ хороший. Да не, не надо мне давать, у меня нормальные кольца. Тогда отдайте суфу. Смотри. А если суфу не надо, а ауги? Не бейте голову. Что, тогда Вася отдам, пусть Вася одевается.